Привет, ребята! Перед началом видео хотя бы посоветовать вам один прикольный сервак в Гаррис Моде. Погрузитесь в ролеплей мир Звездных Войн на сервере Гаррис Мода Starfront. Быстрая загрузка с нуля за 1.5 минуты. Кастомный HD-контент и оптимизация на сотню игроков без лагов, а также каноничная республиканская демократия. Игроки сами строят игровой процесс. Ссылка на группу ВКонтакте по серверу в описании. Заходи обязательно, чувак, не пожалеешь. Итак, дорогие друзья, всем здорово. Извиняюсь, что так давно не было видоса по Portal 2. Ну что ж, поехали, пожалуй, начнем. Я даже не знаю, куда идти. Стой. Погоди. Я передумал. В общем-то, давайте сначала сгоняем налево, потому что идти ближе, и там, скорее всего, никакой загрузки уровня нету. Посмотрим заодно, что там. Все, пиздец. А где олень? Нету оленя. Вот сволочи, а. Сволочи. Объебали на оленя. Нет. Да. Ну, в принципе, я не удивлен по большей степени. Я это и ожидал на самом деле. Поехали дальше, чуваки. Беги, не останавливайся! Давай, давай! Даю. Хотя нет, я тебе не буду давать, ты же робот. Как я тебе буду давать-то? Ты что? Что там происходит? Ничего не знаю, чувак, ничего не понимаю. Нам нужно вытащить тебя! Я слышу выстрелы! Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов! Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался! Так, куда стрелять? Срочно покажите, куда стрелять, чуваки. А, все вижу. Ты в порядке! Отлично! Вперед! Сюда! Турели! Идем назад, короче говоря. Судя по всему. А, назад ты никак не попадешь, потому что на... Ну да, понятно. Так, она меня заметила, нет? Заметил, сволочь. И уходим. Ай-яй-яй, блин, он успел зараза стрельнуть все-таки. Все-таки-то зараза успел стрельнуть, чуваки. Выход там, мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс, быстрее! Скорее! Зачем? Она только-только восстанавливала. Зачем она это делает? Ой, ни хрена себе. Давайте посмотрим, чуваки. Красота какая, ёпта. Ебать, вы это видели, чуваки? Как круто сделано-то, а? Это же вообще обалденно. Давайте посмотрим еще разок. Ебать, как круто сделано вообще, а? Посмотрите на это. Вау. Нифига себе. Ядрись, как круто сделано, а? Слушайте, это обалденно вообще сделано, конечно. Очень круто. Молодцы. Итак, чуваки, побег. А, отлично, у тебя получилось. За мной, у нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. Да, ты уверен? А, что происходит? По-моему, нас достали. Окей, не двигайся. Так, хорошо, так. У меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Ну
что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Да. Фу, темно тут, правда? Да. Прямо как в Джокере. Самый настоящий. Изрубил в кусочки весь здешний персонал, всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Ну, этот чувак на самом деле большой-большой красавчик, раз он эти вонючие турели на кусочки рубит. Потому что турели — это, ребята, зло, их надо убивать, сжигать. Попробуй перепрыгнуть. Куда? Туда, что ли? Ну, ничего не видно, а. Блин, чувак, посвети сюда, может, что-нибудь толковое есть. Ой, куда я попал вообще? Ой, ничего не видно. Ой, ничего не видно, бля, как не хватает фонарика, а? Ну ладно. Ой. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Здесь, по идее, должно быть страшно, скорее всего, но что-то пока не особо. Стой, осторожно, дай я включу свет для тебя. Бим. Турель валяется. Выглядит опасно. Я подержу свет. А это что такое? Что за шляпа? Отличная работа! Так, подожди. Мне говорили то, что где-то здесь можно спасти какую-то турель. Она дальше, что ли, будет? Отличная или что? Ну ладно, работа. Сейчас посмотрим. Скорее всего, дальше будет. А это куда ведет? Куда я иду вообще? Так, все понятно. Ужасное место, конечно. Немного. Скорее, сюда! Тише. Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу. Просто урод. Просто урод. Вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, да, да, да. Языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Вонючие людишки. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Ничего хорошо, себе. Давай я тебе посвечу. Сколько кубов, сколько всякого говна здесь летает. Ух. Боксы тарят. Это что такое? Какой-то новый вид этих? Новый вид турелей? Хм. Так, а это что за лестница? Тут а, понятно. Остаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Окей, допустим. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Вон там есть другая стена. Да, вижу. А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой... фольклор. Красочный. Так вот как это происходит, чуваки. Окей. Кстати, что-то этот чувак так начал говорить про людей, то что я даже не знаю, доверять ему вообще или нет. Что-то как-то уже сомневаюсь, так сказать, в его преданности. Если честно. Обалдеть. Да, прикольно. А, вот они, суки, стоят.
Надеюсь, они хотя бы не активят, так сказать. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу, удачи. Так, окей, допустим. И... Что тут есть интересненького? Ёпт, ёпт, тихо не упади, дура! Дура? Hello? Hello? What's watch? И... да. Да, стать, конечно же, никого нельзя. Ну, в принципе, неудивительно. А если сюда спрыгнуть, то ничего, конечно же, не будет. Ну что ж. Ни пасхалок, ни секреток, ничего. Только авторизованному персоналу, фабрикам. Ну, поехали. Смотри, что у нас тут. Так. Они даже не бьются. Ну что ж такое? Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. А, так вот, скорее всего, где нужно было спасти какую-то турель, да? Да, да, да. Конвейер исправления турели не аттракцион, покиньте конвейер. Хуй тебе. Так. Ну и где-то несчастная турель, которую мне надо спасти. Которая должна рассказать свою ака интересную историю, так сказать. Которую меня должна затронуть для до глубины души, так сказать. Hello, ты где? М? Хм. Но, судя по всему, не на этом конвейере. Скорее всего, дальше. Вон она, вижу. Я застрял. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Это вот ее надо спасти, да? Да не за что. Ладно, ладно. Шучу, конечно. Шучу, конечно же. Давайте ее спасем, посмотрим, что она. Посмотрим, что она нам расскажет. Блять, да что ж такое? Так, попытка номер два. Поехали. В глубинах земли птицы клевали его. В глубинах земли птиц. Подземные птицы, друзья. Ответ под нами. Ее зовут Каролайн. Не... не помню. Не понял. А дальше ее куда? Это все? Так, подождите, а с этой турелью-то что делать? Поставить ее или что? Так, понятно, короче. Короче, не знаю, что с ней делать. Давайте ее здесь оставим где-нибудь, и все, пусть стоит, я не знаю. Спасибо. 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 Да. Дефектная турель. Меня не
Так, ну что ж, хорошо. Окей, допустим. Попал. Ой, бля, сейчас по мне начнет стрелять. Спокойно, свуч. Бля. Да, я попал, правда? Да, что происходит? Какие-то странные вот эти вот дефектные турели, они вообще какие-то недоделанные. Вываливает какой-то кусок говна без корпуса, без всего и вообще без пулеметов и называют это дефектными турелями. Это скорее, ну, как сказать, странно, короче, как-то. А это что еще такое? А, понятно. Интересно, их можно до бесконечности спасать или еще? У них даже пулеметов нету, или есть? Образец. Отклик. Ой. Образец. Мне кажется, до бесконечности можно. Нет, подождите, что это только что было? Образец. Куда моя турель улетела? Я же ее спас. Или я другую турель взял, вместо той, которая летела. Образец. Я так понимаю, их до бесконечности можно спасать. Батарейка. Образец. Аккумулятор. Отклик. Образец. Ёб твою мать. Образец. Отклик. Упс, извини. Образец. Я нечаянно. Отклик. Образец. Так, ну допустим. Отклик. Твою мать, они взрываются со временем, блядь. Отклик. Это специально, походу, так сделано. Так, ну допустим. Отклик. А, отлично, прекрасно. Смотри, что я притащил. Образец. Я тебе другу нашел дефектного. Смотри. Вуаля! Контрольный центр турелей, спасибо большое. Видишь там сканер? Он выбирает, какие образец. Турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем образец. Главную турель, то он отбракует весь конвейер. Я думаю, лучше заменить... Это турель на бракованную турель, так сказать. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Образец. Отклик. Бля, давай быстрее уже. Готово. Открыто. Образец. Так. Отлично, достань эту турель. Давайте заменим ее на дефектную, чтобы на конвейере творился сущий ад и пиздец. Да подожди, выкинь ее в жопу, выкинь. А, что у тебя там? О, супер, это супер! Отлично. Образец принят. Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Ха-ха, классика. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Отклик. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось от блюда. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Нормально, отлично. Сложная дверь попалась. Образец. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не покашляй может использовать там. Турель. Я могу попердеться теперь потом, если хочешь. С генератором нейротоксина. Если ты, конечно, не против. Мне кажется, это отличный знак. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Хм. И в чем прикол? Зарядить картошку электричеством? Или че? Использовать картошку в качестве проводника? Или сначала как раз-таки зарядить ее энергию где-нибудь здесь, а потом... Короче, черт его знает, ладно. Да.
Заряженные картошки, конечно. Что такое? Да, это не картофельная батарея, скажем прямо. Хотя и не особенно оригинально. Определенно не оригинальное исследование даже по меркам детской науки. Зато все равно прикольно. Позволю предположить, что это не был ребенок кого-то из ученых. Не хочу показаться высокомерным, но если честно, на нем же практически написано «разнорабочий». Не хочу сказать, что они хуже, чем специалисты, просто гораздо тупее. Прикольно, прикольно, хорошо. Растение прорастает. Это что за срань? Потолок. Тут все наверняка заросло картошкой. Ну хоть с голоду ты не умрешь. Картошку прежде чем жрать, надо ее готовить, как вы понимаете. Ядрить. Вот это я понимаю научный прорыв. Принес какую-то бракованную картошку, есть все заросло. Обалдеть вообще. Круто, круто. Прикольно, прикольно. За это можно смело Нобелевскую премию давать. Что сколько, прикиньте, вот сколько дачников, да, сколько пенсионеров вот это вот увидят, они бы просто, я не знаю, они бы слюни изо рта потекли при виде вот этого. И сколько картошки, и прямо дома можно растить. Не волнуйся, гарантирую на это все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Это же просто капец, чуваки. Блин, опять загрузка. Так. Что тут у нас интересненького? Ха, я знал, что теперь мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Угу. О, у них теперь порталы работают на поверхности, которые движутся. В первом портале, кстати, вот такая шляпа, она не работала, как бы, а здесь работает. Здесь можно поставить портал на движущуюся поверхность, да? И он типа не исчезает. Это прикольно, кстати. Действительно прикольно. Наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Не. Какая красота, какая лепота, дорогие друзья. Боюсь, что дверь заперта. И я не... А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Хороший так, лазер какие-то. Я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся, для меня это не проблема. Так, окей, допустим. Да. А если сделать, допустим, вот так? Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Продолжай делать то, что делаешь. Что? Хорошо. Что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Едрись, как прикольно, а. Получилось. Уровень нейротоксина 0%. Да. Погоди. Сейчас, по-моему, будет детонация, так сказать. Ой, 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 надо съебываться. Надо, я думаю, съебываться отсюда. А, труба сломана! Мы можем приехать прямо к ней! Я не могу больше держаться! Давай! Давай, пора идти! Скорее! Ни хрена себе там дрень! Скорее! Заходи! Куда? Как? Куда я зайду? Ты что, дурак? Здесь закрыто все. Ёпсель-моптель. Чувак, ты чё? Как тебе по... А, увижу, дверь открылась. Сорян, чуваки, туплю. Да. Ну, уровни, конечно, очень короткие. Это прям бесит. Реально бесит. Уровни действительно очень короткие. Это... Ну, это реально, чуваки, это не айс, если честно. Я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Аквапарк, чуваки. В 2018 году. Место. Мы только без воды. Уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда!
Иди к ней! Я тебя найду! Походу, чувачок полетел на помойку. А я тем временем прямо полетел к ней. Ну что ж, окей. А это что такое? What is it? Что такое вообще? Куда оно ведет? Так, окей, допустим. А, понятно, дверь закрыта. Так, мадам, ну вы что-то не весь комплекс восстановили, если честно. Что это такое? Все разрушено. Ужас, кошмар. О, твою мать. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Нет. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. О, толкан! Наконец-то можно посрать! Все, окей, бегу к толкану. Ну что ж, приятно было поболтать. Меня сейчас испепелят, да? Она меня сейчас изнасилует. Надеюсь, в этот раз ты... Как какого-нибудь хентая. Я что-то посоленнее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Это мой шанс. Это проблема. Только не это. А вот и я. Нацеленный заряд. У вас турили полное дерьмо. Это нехорошо. Ты без дела не сидела. Что ж. Мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Нейротоксин. Мой старый друг. Смертельный нейротоксин. Да, я там. Да, да. Я глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. А, ты смеешься. Блин, опять у нее никаких эмоций нету. У меня идея! Сделай, как сказано, подключи меня. Не подключай этого идиота к моему серверу. Нет, ты должна подключить этого идиота к серверу. Не смей подключать его. Подключи, подключи меня. Не делай этого. Не слушай ее, сделай. Так, а если что, опять какая-то это? Небольшой разветвленец какой-то, да? О, ну, допустим, допустим, я просто буду тупо стоять, что будет дальше? Его. Интересно. Так, ждем, ждем. Добра, так. Меня, пожалуйста. Не подключай его. Так. Ну хватит тянуть, подключи меня. Не делай этого. Дальше-то что-нибудь будет или нет? Ну, нет. О, нет, а не будет. О, а что со мной делать? Я знаю, подключи меня в порт, пожалуйста. Не подключай его. Понятно, короче, ничего не будет абсолютно. О, кажется... Сменный модуль принят. Сменный Всё, модуль. Пизда тебе. Вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль. Вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она нет, готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, вытащи меня, вытащи меня, вытащи меня, нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня, вытащи меня, не отключай, да. Не отключай. Иди нажми ее. Не делай этого. Да, кого да, нажимать? Давай. Не трогай, не так быстро. Эй. Иди в пизду. Да что ж такое, а? Я квалифицированный. Я квалифицированная женщина. Тем более еще и независимая. Все. Прощай. Безвыходная ситуация ликвидирована. А вот и я! Ой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? А, я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет, нет, нет. О боже. Ух ты, ты только взгляни на меня. У нас получилось. А, это скорее всего как раз таки концовка или что-то типа того. Потому что я помню, что здесь две концовки типа есть. Я контролирую весь комплекс. О,
вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах, да, лифт наружу, сейчас вызову. Вот, лифт вызван! Бля, неужели это конец? Чё она такая короткая? Это, ё-моё, всего 5 серий. Только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Крокер знал, что будет круто, когда я буду всё контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный! Вытащи меня отсюда, а? Я не хочу больше здесь находиться. Хватит! Ах да, лифт, извини, я всё время забываю. Это тело потрясающее, серьёзно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный! Фига себе, уштыривал. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это... Ах ты сука! Ах ты сука! У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Блять, крошка Уитли сделал... А, блин, это еще не конец, походу. Я сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Бля, выпустите меня, а? Нет. Выпустите меня отсюда, не хочу на все дерьмо смотреть. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Не, запомните, ребята, нельзя верить роботам никогда. Это что за дерьмо? Видишь? Это картофельная батарейка. Что, она мне картошку что ли дает? Оно. И теперь она живет внутри. Извини, что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Глада с картошки — это что-то новое, на самом деле. Я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Пиздец, картошка говорит то, что... Ой, блядь. Картошка говорит, это уже бред полнейший. Я не дурак! Картошка спорит с идиотом. Да. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак? Сбросить тебя в эту яму! А? Смог бы дурак сделать так? Oh. Какой кошмар, да. Это что-то новое, ребята. Привет. Ну что, как дела? Потому что я картофелина. Я тебя даже не вижу, а вот она. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Чё за дерьмо на меня летит, а? Мы так никуда не идём. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Но мы ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайшего умного старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Что-то я ее даже взять не могу, поймать. Упс. Так, ребята, я думаю, можно на этом заканчивать смело. Да, говорящая картошка, в которой живет Гладос, конечно, это что-то новое на самом деле. Это что-то новое. Упс. Картошку кушают, блядь, вонючий голос. Ай, ёб твою мать, вонючий голос пипиху картошку, а. Эх. Ладно, давайте на этом закончим, ребята. Не забывайте комментировать, не забывайте ставить лайкосики, вступайте в группу ВКонтакте. В общем, вы все знаете, чуваки. Необычное достаточно, так сказать, развитие событий. Очень необычное. Предательство Гладос в виде картошины. Это, конечно, все очень весело. Ничего не скажешь. Да, уж.
блин, какой же огромный этот комплекс, это же вообще обосраться. Едрить, охренеть, обалдеть, какой он огромный. Все, ребята, надо заканчивать, давайте, всем пока, удачи, поки-поки, и так далее, пока-пока, чуваки.